Основано на реальных событиях. Марио Гомес, поздравляю с выходом на пенсию. 45 лет в шахте. Ну что, голубки, УЗИ сделали? Будет мальчик. Девочка. Завтра у меня выходной. Но я хочу выйти на работу. Конечно. Народ, знакомьтесь, новичок из Боливии. Здесь только один вход. Один вход и один выход. Что это? Бежим! Бежим! Gracias a la vida. 700 метров под землей. 31, 32, 33. Все здесь. Мы знаем, чего ждать. Власти приедут и ничего не сделают. Мы должны ограничить дальнейший риск. Лжец! Шансы их найти 1%. Это вся наша еда. Надо экономить. Шахту взорву и похоронят нас здесь. Нет! Я верю, что мы выберемся, потому что хочу в это верить. Все 33 человека. В этом году. Где спасатели? Эти люди рассчитывают на нас. 10 буров работают круглыми сутками. Гора крайне нестабильна. Она обрушится прямо на них. Они нашли в себе смелость. Мы все выберемся отсюда. Мы не сдадимся. Держите меня! Нам нужны ответы! Они стали братьями. Я тут приберег. Я страшно горжусь всеми вами. Они сохранили надежду. У меня дочь. И жена. Они меня ждут. Все хорошо, пап. «33. Чилийская история, которая тронула сердца всего мира».